День добрый. 17 января 2022 года в Беларуси сети крупных ритейлеровских магазинов вводят скидки 10% на определенную группу товаров для определенной группы малообеспеченных граждан. Так, вот на входе магазина пока никакой информации по скидкам я не вижу. Сейчас попробуем посмотреть с этой стороны. А, ну вот с этой стороны есть. 17 января. Еще больше 10%. Я хочу у вас узнать, 17 января типа будут даваться скидки там определенным категориям граждан? Ну как у нас в письме писалось официально, 17 числа будет только переустанавливаться программа, фактически будет только с 1 февраля здесь. В смысле? С 1 февраля? Да. Так и как вы, получается, не дадите скидки? Не пенсионерам, никому. Будут пенсионеры должны прийти, заполнить анкету, приложить. Какую? Заполнить все свои данные. Давайте. Имя, фамилия, отчество. Ага. Надо это заполнить, да? Да, это надо все заполнить. Ага. Потом к этой анкете. И только 1 февраля, а чего так долго-то? Ну, пока все устанавливают, пока все наладится. Да? Было так официально в письме. Может быть, так я смотрю, у вас поэтому и поубирали эти, все эти, да? Значки, бирочки 60. Необходимо обязательно в порядке копии документа, либо пенсионного, либо заполнить, приложить документ. Мы это все отправляем на офис, только там. Дается 21 календарный день для того, чтобы 21 календарный день? Это максимально, чтобы это такой покупатели за ничего это себе. Ну это так, мое личное мнение. Вот это поворот. Получается, 17 января объявили эти скидочки. Но на самом деле они будут через такой 21 день, и то, если вы сейчас заполните это все. Ничего себе. И надо иметь карту уже готовую, сделанную. Ну, данные свои дать. Что тут все это дело. Так что, если вы хотите получить скидку, надо уже сейчас это все давать. Обязательно нужна еще дисконтная карта, правильно? Короче, получается, какие условия? Нужна дисконтная карта, потом заполнить вот эту анкету, да, правильно? Чтобы вы были зарегистрированы, получили статус социальный. Ага, понятно. В таком случае у вас потом, получается, после вот этого все зарегистрировали, и только через 21 день... Это, возможно... это дается максимум. Максимум, вас могут и на следующий день зарегистрировать. Ну так, скорее всего, с 1 февраля, да, это только начнется, да? Дабы не вводить заблуждение. Ага, и понятно, понятно. И поэтому убрали все вот эти вот все. Да, да. Я понял, ладно, добрый, спасибо. Короче, ребята, в общем, смотрите, какая ситуация. Вот и почему, я смотрю, нету объявлений этих, что с 17 числа 10% скидка для пенсионеров, все остальное. А дело в следующем. Вот сейчас мне рассказала представитель продавца магазина ГИПа. Во-первых, они еще не готовы даже к этому. Будут оттягивать до упора это все дело. Только с 1 февраля, чтобы не вводить заблуждение, они будут вводить эту систему. Плюс они, что они сказали? Они будут с 1 февраля систему вводить. Сейчас все объявления типа убирали, попрятали. Только сзади вон под стеклом чуть написано. Так что, ребята, смотрите. И надо заблаговременно за 21 день подать вот такую анкету, заполненную, плюс ксерокопия вашего, как его называется, ну, документа, который вам подтверждает, что вы являетесь льготником. После этого вам надо еще получить карту лояльности, вот эту их особо называется. Ну, поэтому, смотрите, все не так просто. Ну, еще и список товаров, конечно, ограничен. Все, ребята, подписывайтесь на канал, следите дальше, что будет происходить.